Всем привет! Сегодня обычный сброс графического ключа, то есть данный способ поможет вам в том случае, если у вас графический ключ, пин-код, либо пароль. Вы забыли его, не помните, вводите несколько раз и не помогает, пишет сообщение, то есть не получается у вас. Если вы не вспомните пароль, вам придется делать сброс настроек. При сбросе настроек все данные удаляются, поэтому прежде чем делать сброс настроек, попытайтесь вспомнить пароль. Если не вспомнили, то делаем следующее. Выключаем телефон, потому что по-другому не получится. И нажимаем две кнопки одновременно. Включение и громкость вверх. Нажимаем их и держим. Когда появится заставка, вот появилась заставка, кнопки отпускаем. Появился значок Android, а теперь нужно еще нажать эту же комбинацию, но немного по-другому. Нужно нажать включение и держать, и затем громкость вверх. Смотрите, включение, громкость вверх. И появляется у нас вот такое вот меню. Здесь нам нужен пункт Wipe Data Factory Reset. Передвигаемся на него кнопкой громкости вниз. Затем включение. Затем громкость вниз на пункт Yes. И подтверждаем кнопкой включения. Идет удаление пользовательских данных. И первоначальное меню, где выбран пункт Reboot System Now. Также подтверждаем его, нажав кнопку включения. Телефон начнет перезагружаться. Перезагрузка идет примерно секунд 30, возможно, минуту. И дальше может быть 4 ситуации. Если у вас на телефоне нет никаких аккаунтов, то телефон просто загрузится после сброса аккаунта. Затем может быть ситуация, когда у вас есть какой-то аккаунт, либо Google, либо Mi аккаунт. Идет запрос, вы вводите его, и дальше телефон загружается. И, собственно, остальные ситуации, это когда вы, допустим, у вас если Google аккаунт, да, вы не помните его, то можно попробовать его убрать. Возможно, вам поможет видео по разблокировке, ссылка на него будет в описании. Там два способа есть, один с сим-картой, другой без сим-карты. Читайте ссылки, будут здесь, здесь сверху. Если у вас Mi аккаунт, по нему пока видео нет, но это можете найти в интернете, возможно, кто-то другой вам поможет. Вот, итак, сейчас ждем. В данном случае здесь нет привязки, никаких аккаунтов, и телефон просто загрузится. Но перед этим я вам покажу, как определить, вообще есть привязка аккаунта или нет. Определяется это легко. Если у вас телефон просит интернет-подключение, соответственно, у вас есть привязка аккаунта. Кому видео, кстати, помогло или помогло видео по разблокировке аккаунта, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И также можете подписаться на наш основной канал, там представлены другие видео. Итак, появляется меню выбора языка. Выбираете нужный вам язык. Мы будем использовать русский интерфейс. Так, нажимаем начать. Пропускаем, так как сим-карта не вставлена. И вот здесь есть пропустить пункт. То есть нажимаем пропустить и продвигаемся далее. Если у вас будет сообщение о том, что был сброс настроек и вход не выполнен, то, соответственно, у вас есть привязка аккаунта на телефоне. Мы уже пропускаем все настройки и продвигаемся далее. Спустя несколько секунд загрузится рабочий стол телефона. Покажу настройки. Ну и, собственно, графического ключа, как видите, уже нет. Но при этом данные из телефона удалены. А3. Модель, версия. В принципе, и все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем рады новым знакомствам. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.